многие из вас, в основном мужчины, просили сделать обзор на магазин с мужской одеждой. Мы стараемся для вас делать обзоры на магазины с качественными товарами. И сегодня мы пришли в магазин Le Cooper, который находится в самом центре Алании, недалеко от него. Как найти этот магазин? Недалеко от него находится Stephanie Diamond, ваш любимый магазин Сила Халы. И, кстати, у магазина Le Cooper есть три магазина в Алании. Все ссылки на местонахождение трех магазинов в описании к этому видео. В этом магазине сейчас скидки 30-50%. Какие здесь есть марки? Марки Jack and Jones, JAC Co, Only Xin, XC и Bad Beer. Я вам все покажу. Находится женский отдел и чуть дальше мужской отдел. Давайте теперь посмотрим с вами, что здесь есть. Первое, что я увидела, это вот такие вот сарафанчики Le Cooper. Конечно же, вас всех интересуют цены. Здесь цены начинаются от 40 лир, но дальше я вам покажу куртки по кожаной куртке по 250 лир. Вот этот сарафан стоит 169 фирмы Le Cooper. Вы, наверное, знаете, эта фирма была приобретена турецким бизнесменом, и теперь все производство идет в Турции, по всему миру более 7000 магазинов, и они, конечно же, есть в России. Вы можете купить здесь вещи и летнего сезона, на которые, кстати, сейчас скидки, и вещи на новый сезон. И, кстати, с 50% скидкой вы можете приобрести вещи зимние, осенние прошлого сезона. Вот такие вот интересные, смотрите, летние вещи. Что-то типа сарафанчиков летних. По цене 150 лир фирмы Xin. Как я уже говорила, новый сезон — это вот такие вот курточки фирмы Jacqueline. Стоят они 159 лир. В общем, осенняя одежда. Здесь есть джинсы. Все джинсы вывешены вот здесь. Вы можно смотреть по цветам и потом уже брать свой размер. Размер очень люблю я вот такие вот синенькие джинсы. Стоят они 129 лир. Фирмы Le Cooper. Натуральных. Много различных здесь цветов. Вы можете выбрать. Я люблю, например, вот такие вот синие. Кстати, пишите в комментариях, я хочу еще. Вот такую вот розовенькую. Стоит она 200 лир тоже. Такого плана есть куртки водонепроницаемые. Ну и, конечно же, просто большой выбор джинс. Естественно, цены на все джинсы я вам показывать не буду. Но цены, как вы видели, 120-150 лир. Есть вот такие вот ветровочки. Очень мне здесь нравится моей любимой фирмы Only. Датская фирма. И стоит она 100-150 лир. Есть разные цвета. Красные, грязно-розовые и так далее. Вещи на скидках. Вот такие вот, например, летние штанишки фирмы Xin 100-150 лир. Есть здесь также, кстати, женские футболки. Ну, давайте посмотрим. Например, вот такая вот футболка. Очень приятная фирмы Le Cooper. Стоит она 50 лир. А вот такие вот штанишки. Вот эти вот штаны я тоже хочу примерить. Размер 38. Сколько они стоят? 150 лир. Я вам уже сказала, здесь очень много видов различных футболок. Сразу вижу, что это качественная, да, фирма Xin. Мои любимые рубашки. Рубашки всех видов, размерах и цветов. Вот эту вот рубашечку я себе тоже присмотрела, желтенькую, тоже фирмы Xin, но большой размер. Видите, натуральный лен, 89 лир. В общем, сейчас вот эти вещи идут со скидкой 30%. Большой выбор различных. Ну что, слишком много я вам рассказываю про женский отдел. А, еще что хочется отметить. Очень красивые вещи фирмы Only. Осенний, ну скорее это осень, весна, зимой, конечно, в России такое не поносишь. И стоит, например, вот эта вот пальтишка всего 150 лир. Очень-очень красивая. Также вот такого вот плана кофты, тоже фирмы Xin, 179 лир. Очень мягкие, приятные. Ну и, конечно же, друзья, вязаные кофты.
вот такого вот плана, 150 лир. Вот это вот я тоже хочу померить такую кофту, потому что зимой в Алане я ношу в основном вот такие вещи. И еще те, кто любит мех, но кто против натурального меха, я тоже натуральный мех не ношу. Фирмы Only вот такие вот есть шубки, полушубки. Есть еще вот такого вот цвета. Очень мягкие, приятные, и вас удивит цена. Стоят они всего 250. Красивые, очень приятные, в общем, супер. Давайте теперь пройдем с вами в мужской отдел, где я вам быстро все расскажу, и потом выберем вещи Айхана. Здесь представлены джинсовые куртки фирмы Ли Купер. Большой выбор мужских футболок. Айхану мы выбрали вот такую вот. Еще мы выбрали ему вот такого вот плана футболку. В общем, здесь есть футболки и пола, и футболки с горлом. Потом Айхан будет вот это мерить. Также есть рубашки. Тот, кто спрашивал про рубашки, вот такие вот рубашки фирмы Купер по цене 100 лир. Есть вот такого вот плана фирмы Ксинт. Очень модные такие, современные. Стоит она 140 лир. Видите, здесь рубашечек. И, как я вам говорила, цены начинаются от 100 лир. Ну, или со скидкой, конечно же, дешевле. Еще здесь очень классные футболки фирмы Bad Beer с очень интересными принтами и дизайнами. Футболки стоят у нас 49 лир, 50 лир. Индирим var mı bunlarda? А, bak 30. На футболке на весь летний сезон, да, на футболке здесь скидки 30%, и здесь у нас 100% очень качественный хлопок. Вот эти вот принты, они очень качественные, они не полопаются у вас, не выстираются. И, ну, в общем, вот эти вот краски для принтов делают тоже из натуральных материалов, из растительных материалов, поэтому это тоже 100% все натуральное. Фирма называется Bad Beer, очень качественные, хорошие футболочки, которые мы тоже хотим. Айхану тоже нужно будет померить. Здесь также есть пришел новый сезон вещей на осень, зиму, весну. Например, вот такие вот кофты, тоже оригинальные фирмы Bad Beer, из натуральных тканей, 140 лир она всего стоит, но очень такая мягкая и приятная. И вот такие вот, друзья, универсальные куртки на дождливую погоду, в общем, ветреную погоду, стоит эта куртка 300 лир. Очень качественная у нее фурнитура. Ну и, конечно же, внутри можете посмотреть. Есть свитера. Очень качественные. Которые мужские свитера. Хлопок. 100% хлопок, 120 лир. Посмотрите, какая красота. Ткань просто потрясающая. И швы. Сделано все очень качественно. Разные варианты мужских джемперов. Ну, например, сколько стоит вот этот джемпер? 120 лир. В общем, вы понимаете, здесь цены от 100 лир. Вот такого плана есть джемпера. Вот такого плана мужские джемпера. В общем, выбор очень большой, и у них ассортимент тоже постоянно пополняется. Видите, даже есть такие бирки, экологически чистые вещи. Ну и покажу вам товары, которые на скидке. Новый сезон куртки. Новый сезон мужские куртки. Это у нас фирма тоже Bad Beer. Сразу смотрим цену. 279 лир. Очень качественные такие, видите, красивые вещи. Есть еще черного цвета. И, кстати, она не тяжелая. Вот такие вот мужские жилетки, футболки. Очень большой выбор джемперов. Различные, какие хотите, такого плана. Зеленые.
в общем, фирмы Ксинт по цене 80 лиш. Натуральные вещи из натуральных. Еще водонепроницаемые курточки есть. Вот такого вот плана и цвета. Синенькие. Очень, очень красивые. Фирма Bad Beer. И стоит она 199 лир. Есть вот такие более легкие варианты. Ветровки. Более легкие курточки. В общем, смотрите, выбор. Очень, как вы видите, размеров джинс много всяких разных. Много разных цветов, моделей, фасонов. В общем, кто-то любит светлый, кто-то любит разный. Можете приходить и смотреть. И здесь скидка 50% на зимние, осенние, весенние вещи. Точнее, осенние вещи прошлого сезона 50%. Смотрите, друзья. Женская куртка кожаная. Фирмы Fashion Friends. Размер XL. Стоила она 250 лир. Сейчас со скидкой она стоит 125 лир. В общем, красивая кожаная куртка. Качественная. Есть вот такого цвета. И, по-моему... Да, здесь женские курточки, мужские курточки. Вот такой. Букаден Мэркекма. Вот такого плана. В общем, вы приходите, смотрите, потому что кое-что мужское, кое-что женское. В общем, здесь все перемешано. Вот такого плана рубашки. Мужские. По цене 99 лир со скидкой 50%. Джемперы. 89 со скидкой 50%, друзья. Такие мягкие, красивые. Ой, очень прям мягкие. Приходите, смотрите. Я думаю, что вы, особенно мужчины, найдете для себя много красивых, хороших вещей. Ну и, конечно же, джинсовые куртки. Ну а сейчас себе я уже выбрала вещи. Сейчас мы пойдем смотреть вещи Айхану. Айхан будет мерить. Теперь мы выбираем вещи Айхану. Айхан смотрит. Да, вот это вот красивое. Вот синенькую возьми еще вот эту. Синенькая красивая. Угу. Вот это красивая, Айхан. Куда гюзельбак? Ага. Зелененькая. А, и будет мерить джинсы. В общем, мы сейчас берем все наши вещи и покажем, как будем выглядеть. Вот такой мы подобрали Айхану сочетание. Джинсы, футболка. Футболка супер классная. Футболка сколько стоит? Футболка стоит 86. И вот такие вот классные. Слушайте, сидят просто супер. В этом магазине просто потрясающие джинсы. Еще один вот такой вот образ. С таким же принтом футболка. И вот такие вот классные брючки. Друзья, когда вы покупаете себе вещи, старайтесь покупать не просто штаны или рубашку, да, старайтесь покупать в комплекте. Вот смотрите, с этими брючками вот эта вот рубашка будет смотреться очень хорошо. Также вот с этой вот футболкой я еще померю, она будет смотреться хорошо. И одновременно эта же футболка и эта же желтая рубашка будет смотреться. Смотрите, просто потрясающе с джинсами. Ну и, конечно же, на джинсы, на футболку вы спокойно сможете одеть. Вот я здесь себе подобрала вот такой вот кардиган и вот такую вот красивую курточку. То есть все мои вещи, какие бы они ни были, классические или очень спортивные, они будут вместе смотреться
очень красивые. И также такой же подход касается и мужчин. Вот смотрите, Айхану, например, мы подобрали вот такую вот светлую футболочку, и она потрясающе смотрится с этими брюками. И также будет очень красиво смотреться с любыми джинсами. Первая желтенькая рубашка с черными штанишками, в которых я пришла. Настоящий лен, супер, очень комфортная. И, кстати, как вы видите, я все взяла в одной цветовой гамме. Еще вот с такими вот летними штанишками можно также носить эту рубашку, например, на выпуск. Также с джинсами и с той же футболкой, которую мы мерили под летние брюки, можно надеть вот такой вот кардиган, мягкий, красивый, тоже из натуральных ниток. Ну и, конечно же, вот эту вот куртку, вот такую вот осеннюю или весеннюю, даже, можно сказать, летний джемпер. Летнюю ветровку можно надеть. И еще я хочу померить вот эту вот зимнюю куртку, про которую я вам говорила, которая стоит у нас 125 лир. Мне она вполне подходит. 250 лир, друзья. 125 лир со скидкой. У меня размер не XL, но чуть-чуть большевато, конечно, но вот таким вот образом натуральную кожаную куртку вы можете на Сугере. Жалко. В общем, друзья, в этом магазине очень много всяких разных красивых вещей, поэтому вы тоже приходите, вам понравится. Еще один магазин Ли Купер есть на улице 25 метров, недалеко от пятничного рынка. Находится он прямо напротив вот этого вот старого отреставрированного турецкого дома. И сейчас я быстро вам покажу, что есть в этом магазине. В нем есть практически все то же самое, что есть в магазине на центральной улице Алани. Здесь на первом этаже расположен женский отдел, есть футболки. Также здесь все представлено, у нас очень хорошие джинсы. Вы видите, здесь огромный выбор джинс и джинсовой одежды. И на втором этаже мужской отдел. Обзор мужского отдела мы уже делали, поэтому вы можете посмотреть, прийти сами, все выбрать. Здесь представлены джинсы, новый сезон, старый сезон, также скидки. В общем, сами приходите в ближайший магазин, который вам удобен. Еще один магазин Ли Купер есть прямо напротив Кипу. Вы все знаете Кипу. Есть вход с этой стороны и с той стороны. Но прямо напротив Кипу вы увидите магазин Ли Купер, вы не ошибаетесь. И, кстати, очень важная информация. В этом магазине Ли Купер работает русскоговорящая девушка, и в центральном магазине тоже работает русскоговорящая. И здесь выбор женской одежды чуть больше, чем в центральном магазине. Как я уже сказала, в этом магазине также представлен большой ассортимент женской одежды. Есть разные виды джинс. По цветам вы можете выбрать то, что вы любите. И еще здесь я, кстати, увидела различные брючки. Вот такого вот цвета, например, цвета хаки. Очень удобно на осень, на весну, ну и, конечно же, если у вас холодное лето, на холодное лето. И сейчас в магазине Ли Купер скидка 30%, поэтому обязательно приходите, смотрите, выбирайте. Здесь большой ассортимент женской одежды, есть, например, вот такие вот курточки осенние, большой выбор джинсовых курток различных цветов. Например, есть даже курточки цвета хаки, очень стильные. Они, например, будут смотреться вот с такими вот брючками. Все это будет выглядеть достаточно оригинально. Есть куртки чуть цветом чуть потемнее, например, с белыми брюками. Это вообще смотрится шикарно. Ну, вы видите, что мужская одежда здесь представлена и футболками совершенно разных цветов и видов. Айхану мы уже приобрели. Большой выбор рубашек. Ну и, конечно же, самое важное, что продается в магазине Ли Купер, это джинсы. Этот обзор мы делаем специально для мужчин, потому что вы просили сделать обзор на мужскую одежду. Ну и, конечно же, в магазине Ли Купер настоящий джинсовый рай, поэтому обязательно приходите, меряйте. Совершенно огромный выбор цветов, выбор размеров.
Есть джинсы на лето, есть джинсы зимние, осенние. Друзья, мы опять купили вещи Айхану на скидке, джинсы, потрясающие футболки. Поэтому вы тоже обязательно приходите в этот магазин. Мужские вещи нам очень понравились, очень качественные. Особенно вот от этих футболочек айхановских, вот от этих, посмотрите, я просто в восторге, они такие классные. В общем, друзья, для мужчин просто райский магазин. Все ссылки на месторасположение в описании, обязательно приходите, вы тоже будете довольны. Ну а на сегодня всем всего хорошего, пока-пока!